Мы находимся в кабинете начальника КБ кузовов Вербицкого Андрея Александровича. Андрей Александрович, расскажите вообще про ваше КБ, чем вы занимаетесь, насколько это важно вообще в нашем достижении нашей общей цели, да, и какие функции вообще вот несет ваша работа. Здравствуйте. Наше КБ, как было сказано, занимается все, что связано с кузовом. В общем, большую часть это связано с интерьером, с экстерьером, с расчетами, которые требуются для того, чтобы кузов был безопасным. С учетом того, что это должно быть и качественно, и, в общем-то, неэффективно, и эффективно, и недорого. То есть мы решаем достаточно много оптимальных вопросов. Поэтому так как-то обрисовать узкие задачи достаточно сложно. Тем не менее, наши ребята, все конструктора, которые здесь находятся, они уже прошли хорошую школу, все занимались в автомобильной промышленности. Поэтому для них это не новость. Ну, единственное, что, конечно, такой транспорт это достаточно специфический, пришлось немножко больше немножко изучить. Стараемся сделать эффективный, хороший транспорт. Все, что касается кузова. Андрей Александрович, вы здесь в кабинете, я вижу, да, с конструкторами. Представьте кого-нибудь, давайте, ну, зададим пару вопросов. В частности, вот могу представить вам Александра Кальгутенко. Он достаточно успешно занимается расчетами наших узлов и деталей. Как с помощью компьютерных программ, так и просто с расчетами. Расскажите вы о своей работе. Что в вашу зону ответственности входит? Непосредственно в зону ответственности входит изготовление каркасных изделий, то есть непосредственно каркасы для наших систем, городской, грузовой, ну и непосредственно идет оптимизация этих конструкций путем расчета. Исходя из полученных данных расчетных, мы оптимизируем эти системы, консультируемся между собой и приходим к каким-то выводам, стоит ли нам продолжать двигаться в этом направлении, либо двигаться в абсолютно новом направлении, применять другие материалы. Благодарю вас. Желаю вам успеха. Спасибо. Всего доброго.